решил организовать несколько лабораторий такого плана ведущих институтов. И одно из них решено было организовать в Институте физики Земли имени Шмидта. И он пригласил на совещание к себе Садовского, академика Садовского, директора института, и в то время члена-корреспондента, потом академика Гильфанда из Альбасевича. И так случилось, что я был ученик Гильфанда. И когда это совещание произошло, то Сидоренко сказал, что надо будем это делать, я выделю там ставки, выделю еще что-то, технику. Нужен человек, это возглавит. И Гильфанд предложил меня. И Александр Васильевич сразу это удивился. И он сказал, что я знаю Алексея, он вообще, так сказать, толковый парень, давайте выдвинем его. Мне 28 лет было. Это, конечно, для меня было страшно интересно. С тех пор я занимаюсь геофизикой и вспоминаю Александра Васильевича как человека, которому я обязан вот этой очень интересной карьерой, которая у меня получилась после того, как я перешел на это новое поприще. Светлана, Наташа, имя вашего отца всегда, навсегда останется со мной, и мы его очень высоко ценим и любим в нашей семье. Я перехожу